Россия имеет те неоспоримые преимущества, ну, примерные цитаты, перед другими странами, потому что она напрямую управляется Богом. А если это не так, то непонятно, как она вообще существует. Капают куда-то яд, сами его и проглотят, в конце концов. Сами этим ядом и отравятся. Если кем-то принято решение уничтожить Россию, для человечества это будет глобальная катастрофа. Но я все-таки как гражданин России хочу задаться вопросом: а зачем нам такой мир, если там не будет России? Thank you.